Всем привет, дорогие зрители! В районе Тосмор вдоль речки Дим находится вот такая ферма, где продают козье молоко, свежие яйца там. Все сами увидите. Молочные продукты. Вот дядя Али. Салам алейкум. Вот. Свежее козье молоко. Теплое-теплое я приехал купить для своей дочки. Она утром встала, ням-ням говорит мне. Здесь также у него есть грейпфруты, садик. Можете также со своими детьми прийти сюда. Собачки тут есть, кролик у него есть также там. Что еще там? Гуси, курицы, куропатки. Вот. Где гуси? Вот гуси, гуси, га-га-га. Там детишки у него. Ага, да-да-да. Собачка там, сейчас покажу. Куда делись? Ой, маленький, иди сюда. Так. Литресі не кадарсы, да? А где? Литрами, 5 литрами. Литр козьего молока стоит 25 лир. 5 литра? 5 литров стоит 125 лир. Свежее молоко. Так. Здесь индюшка есть. Тут тоже есть барашки. Ой, маленький. Ага. Здесь собачка есть. Привет. Ага, да. Конфетки нету. Так. Что еще тут? Цыплята. Вот. И кролик. Также у него здесь продается специальное мыло, настойки. Еще что там было у него? Масло. Выжатое масло. Сейчас я пойду вам покажу. Мне кто-то звонит. Так. Вот молоко уже готово. Здесь у него вот специальное масло. Тмин. Ну, много чего интересного есть. Вот мыло. Это с мятой. Против падения волос. Прополис. Для волос что-то вот. Мед даже есть. Есть настойка из рожкового дерева. Натуральная, я у него всегда покупаю. Приходите, короче. Сыр, сливочное масло натуральное. Туда. Вот. Цена. Терея некадар? Килограмм 140 лир, но она натуральная. Угу. Яйца также продают. Юмурта кочевиен? Это куропатки 2,50. Все бы чуть лира. Потом выжимать этими аппаратами. Угу. Это что? Чеснок. И все. Вот, находится она вдоль речки Дим. После моста вот этого. Тут стоит футбольная площадка. Тут Кёфтеджи. Запомните это место. А где-то километр от моря в эту сторону. Вот. У него даже Далындан Шифа называется. Есть на Фейсбуке, Инстаграме. Можете номер найти. Алибей его зовут. Можете заранее заказать. Номера нерде сенен, телефон номером варды. Вот. Номер записывайте. Это не реклама. То, что есть, то есть.
куда делся номер? Вот. 0507. Пишите плюс 90 507 643 28 75. Не болейте, дорогие зрители. Все натуральное. Приходите, покупайте, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Так же, как придут, поиграют. Для них это будет очень интересно. Все, с вами был Агасих из Солнечного Алания, район Тосмур. Всем пока-пока.